Всем привет! После тяжелого рабочего дня я случайно поймал мышь для своего кота и отдал ему ее. Я дал эту мышь для него на растерзание. Мой кот совсем не ленивый, он может поймать и сам любую живность, все, что шевелится, он может принести домой. Это может быть и крот, и воробей, и голубь, и ласка, охотник, что надо. Перед тем, как съесть, он решил загнать эту мышку до полусмерти своими играми. Неоднократно чуть не упустил ее, терялась она у него из виду. Но по счастливой случайности он ее находил. И по не очень счастливой случайности для этой мыши. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!